Специальное предложение дня легенды, бестселлер телеканала Шоп-н-Шоу, любимчик миллионов. Поэтому где вы сейчас не находились, обратите внимание на покрывало шиншилла. И давай, Юля, рассмотрим каждый оттеночек поближе, ведь настолько они нежные, насколько они вкусные, каждая хозяйка найдет именно свой оттенок и цвет. Да, шиншилла поменяла лицо, 15 абсолютно новых оттенков, которые вы никогда не видели. Будем знакомиться с цветами, их огромное количество, есть и пастельные оттенки, и яркие. И начинаем. Светло-розовый. Утоните вместе с нами в этой мягкости, пока я рассказываю вам о цветах. О цветах. Мягкий, приятный, пастельный оттенок. Более такой насыщенный, ягодный, малиновый цвет. Вот он, красавец. Далее пойдемте с вами к пастельной палитре. Она у нас здесь на банкеточке находится. Цвета, которые являются, ну, такими базовыми. Аришенька начала с фиолетового, ну, хорошо. Еще и фиолетовый цвет. Молочный. Приятный цвет, вот этот он такой серо-бежевый, сложное название, ну понятно, да, что здесь серый соединили с бежевым, такой сложный оттенок, ну классический, достаточно подходящий к любому типу интерьера. Классика — коричневый цвет, вот такой пушистый плюшевый мишка. И еще богатая палитра оттенков, которую вы сможете подстроить к любому вашему интерьеру. Благородный бордовый сейчас увидим на диване, вот он красавец, насыщенный, добавит интерьеру такого элегантного шика. Винный такой оттенок, называется бордовый. Очень вкусный, очень благородный цвет расположился на нашем диване, а уже скоро может расположиться и на вашем. Главное только вовремя успевать делать свои заказы. Номер для вас бесплатный, многоканальный. Сейчас звоним, дозваниваемся и заказываем любимый цвет, ведь это еще не все. У нас есть и зеленые оттенки в коллекции. Да, кстати, все зеленые тона в этом году на пике популярности. Малахитовый оттенок выбирает те, кто ищет акцент для интерьера. Более спокойный бежевый цвет, такой вкусный и теплый для комнаты, лишенных солнечного света. Вот туда посоветую прежде всего. Снова возвращаемся к цвету года, но уже оттенок другой. Вот такой натуральной зеленой травки. Называется зеленый. Посмотрите, как вот я бы выбрала его себе, Ариш. Вот я люблю натуральные тона. Мне очень понравился именно этот цвет. Светло-голубой небесный. Такой цвет льда. Да, цвет льда с холодиночкой такой вот для вашего свежего интерьера. Приятный персиковый оттенок появляется на вашем экране. Прямо вот смотрите, как подсвечен, как вот будто бы жемчужинку мы с вами трогаем. Цвет очень редкий, необычный, тоже обращаю ваше внимание на него. Приятная и очень редкая бирюза. Вот такого цвета у нас вообще никогда не было. Совершенно даже похожего оттенка не было, так что присмотритесь. Да, вы можете быть первым, кто сейчас закажет новый цвет в свою коллекцию и создаст уют в каждом уголочке своего дома. Но и классика тоже есть для тех, кто любит спокойные, да, такие взвешенные решения для интерьера. Да, серебро. Вот ты знаешь, Аришенька, вот цвет серебро, он идеально подходит для молодежных хай-тек интерьеров. Молодежь всегда присматривается, да, потому что следит за современными тенденциями. И, конечно же, классический белый снежок бы я его назвала, вот натуральный белый оттенок. Шикарно. Ну, шиншилла хороша, конечно, не только богатством цветов, добротным хорошим евроразмером. Это тоже мне очень нравится. 220 на 240 может служить в том числе и покрывалом, и одеялом, и напольным ковром, и пледом для вас. То есть вещи еще и многофункциональные. Многофункциональное решение, специальное предложение дня. Самая выгодная покупка в течение всех суток. Отличная идея для тех, кто еще никогда не делал покупки дистанционно. Вы прямо сейчас можете взять в руки телефон, сделать свой заказ и на личном опыте убедиться, как легко и удобно пользоваться таким сервисом, как телеканал Шоп-н-Шоу. Ведь мы с вами создаем настроение в доме, даже не выходя из него. Поэтому не упускайте легенду, бестселлер телеканала Шоп-н-Шоу, покрывало шиншилла, еще и в новом исполнении. Я на личном опыте уже очень люблю и проверила покрывало шиншилла у меня на кухне. И ты знаешь, Юль, все удивляются, ну как можно такой мягкий, красивый, легкий, можно сказать, воздушный вариант постелить на кухне. Вот раскрывай секрет, откуда такая фактура и почему она такая надежная. Действительно, фактура пышная, пушистая, необычная. Этим пледы отличаются. Посмотрите, как он играет при свете, как переливается, подарит шик, элегантность, блеск вашему интерьеру. Но она буквально живая. Но и это еще не все. Двухфактурная на
наши шиншиллы. Аришенька, если перевернем с тобой и посмотрим, с одной стороны густой пушистый ворс, который так тебе нравится, а с другой стороны эффект стриженной норочки, не менее приятный по прикосновениям, тактильно, вот прям похож на шубку, да, на вот на самую настоящую меховую шубку из норки. Шикарно драпируется и можно использовать и на креслах, и на диванах, и на кроватях, вот абсолютно везде. Вот ты знаешь, я такое предложение называю предложение для дома, для тела и для души. Вот у меня лежит покрывало шиншилла на кухонном диванчике. И ты не поверишь, ну кто бы ни заходил в гости, обязательно все выбирают именно это место. Ну а после, когда притрагиваются, каждый раз удивляются. Говорят, Арина, ну как же так? Ты на кухне жаришь, готовишь, все это летит. А у тебя покрывало вот идеальное, хотя я его уже много раз стирала. Я тебя поддержу в этом, потому что у меня салатовая шиншилла, я тоже использую ее и в комнате, и на кухне. У меня вообще она любимый аксессуар дома. Обожаю ее, ну... Конечно, мы будем стирать такую вещь. Мы сейчас будем говорить больше о практичности. Ариша про кухню не зря заговорила. Просто там многие волнуются. Вот этот густой ворс, он со временем не повыдергивается, не полиняется. При стирке не развалится ли на волокна. Кстати, при стирке, да, можно стирать шиншиллу совершенно спокойно в стиральной машине. Это трикотажное полотно. Петлевым способом закреплен ворс. Мы можем проверить. Ариш, прям можешь подергать. Он не выдергивается, плед не деформируется. Он устойчив к деформациям. Это несомненное его достоинство, что он сохраняет первозданный, первоначальный свой богатый, пышный вид. Если вы действительно искали необычный, эффектный аксессуар для украшения вашего интерьера, я вас просто поздравляю, вы его нашли, и это наша роскошная шиншилла. Богатый выбор оттенков. 15 цветов от холодных до теплых, от пастельных до ярких и акцентных. В любой интерьер, под любое настроение вы сегодня выберете один из самых модных аксессуаров на сегодняшний день. А главное, на любую мебель. Потому что вы можете украсить спальню, гостиную, столовую, загородный дом, детскую комнату. В каждом вашем уголочке найдется место для покрывала шиншилла. Это не то предложение, которое будет лежать в уголочке и пылиться, ждать своей очереди, когда же вы начнете его использовать. Это то предложение, которое никто из вашей семьи и знакомых просто не захочет выпускать из рук. И сегодня у нас еще и самая выгодная цена. 1999 рублей за покрывало шиншилла. Двустороннее покрывало с двумя видами эко-меха, густым и коротким, и размер 220 на 240. Я думаю, что, Юль, по такой цене сегодня нужно брать не только себе, но и обязательно на подарки. Воспользуйтесь бесплатным телефонным звонком для заказа, сделайте первую покупку, выбирая специальное предложение дня, украсьте свой дом вот так, с размахом.